Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет показано о древнем замке Иране, который датируется примерно, согласно официальной версии, 2024 год нашей эры. Если мне память не изменяет, Каршари замок в Иране. Конечно, мегалитического там ничего нет, это понятно, но довольно-таки интересно. Чисто с архитектурной точки зрения, довольно-таки интересное сооружение в Иране, такое немножко необычное. По крайней мере, не так часто встречается. Будут показаны точные координаты этого места, различные фотографии оттуда и просто, вот как интересно, археологическое наследие того периода. Я не берусь датировать, когда этот замок был построен. Гипотетически он может быть древнее не намного, но не факт, что он был построен в 2024 году в нашем веке. Может, это только первое упоминание о нем. А может, он еще был построен во времена там персидских царей, например, там 500-й год до нашей. Кто его знает? Какой-то был там форт. Все остальное вы видите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.